отдыха. Именно так рождаются проекты по улучшению жизни округа. Сотрудник НПО Лавочкина Федор Смирнов предлагает сделать комфортными не только условия труда, но и отдыха. Свою инициативу он изложил на встрече с лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Надеждой Смирновой, Алексеем Казановским, Ольгой Рытовой и Михаилом Диктованным, которые продвигают проекты, заявленные жителями. Поддержать инициативы может любой житель на сайте «Хижинлайн». На данном сайте расположены все инициативы, которые были ранее заявлены жителями нашего городского округа «Химки». И на данном сайте каждый житель городского округа «Химки» может, зарегистрировавшись, проголосовать ежедневно за каждый и любой проект, который его заинтересует. Сейчас движение общественной поддержки объединило около 50 тысяч человек, среди которых ветераны, чиновники, сотрудники крупных предприятий, работники здравоохранения и образования. С их помощью и при поддержке лидеров движения удалось собрать более 1500 инициатив. Некоторые даже удалось воплотить в жизнь. Например, Надежда Смирнова в прошлом работала в поликлинике номер 2. Не понаслышке знает о том, что можно улучшить. Несколько месяцев назад я тоже здесь выступала, и было высказано о том, что Химкинская городская поликлиника номер 2 неудовлетворительным. Там нужен ремонт и капитальный ремонт. И как было отрадно услышать 30 апреля от главы, будет капитальный ремонт. И еще отрадно, что именно во второй поликлинике уже действует компьютерный томограф. Социальные инициативы касаются всех сфер. Лидер движения Михаил Диктованный много лет борется за доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Результаты есть. Достигается все это благодаря постоянному контакту с жителями. На круглом столе он попросил жителей предлагать свои инициативы. Где-то пандус сделать, где-то, возможно, построить парковку. То, конечно, пишите, обращайтесь. Можно писать на сайт мне, на сайт «Химки. Интересно жить». И предлагайте свои инициативы, которые, по вашему мнению, может улучшить качество жизни людей с инвалидностью в нашем городе. Отдать свой голос может любой житель города. Для этого нужно пройти простую регистрацию на сайте «Хижинлайн» и выбрать понравившийся проект. Голосовать можно за любое количество проектов.